Жилье во Владивостоке получили еще 3 семьи участников специальной военной операции. Ключи от новых квартир женам и детям погибших военнослужащих вручили губернатор Приморья Олег Кожемяка и командующий ТОВ Виктор Ильина. Трехкомнатные квартиры для членов семьи участников СВО расположены в районе Снеговой Пади, в доме для социальных категорий граждан. Жилье предназначено для детей военнослужащих, героически погибших в ходе боевых действий. Глава региона отметил, что такая мера поддержки введена в крае для того, чтобы у детей героев России была уверенность в своем будущем. Вручаю вам ключи от жилья, которые получат ваши дети, новые квартиры. По закону, который мы приняли с начала специальной военной операции, когда семьи погибших будут получать жилье. На первом этапе это семьи, кто имеет двое и более детей. По согласованию с командованием флота такие проводим мероприятия с тем, чтобы у детей была уверенность в будущем, с тем, чтобы они имели жилье. На этот период вы можете его использовать там, в своих целях, можете кто-то привести там родственников с тем, чтобы они присматривали за детьми. Можете сдать это жилье с тем, чтобы получить дополнительную доплату. Вот, то есть это ваше распоряжение. Ваши мужья настоящие герои, и мы безусловно чтим память тех ребят, кто погиб на фронте, кто честно и мужественно исполнял свой воинский долг. Командующий ТОВ поблагодарил губернатора за заботу и помощь, которая оказывается семьям участников СВО. Приморский край – один из немногих регионов России, где ввели такую существенную меру поддержки и исполняют по ней обязательства. Напомним, в Приморье детям участников специальной военной операции организовали бесплатное питание в школах, занятия в секциях и отдых в оздоровительных лагерях. Для отдельных категорий семей предусмотрены выплаты на приобретение жилья для детей.